Хлебом и молоком встретили депутатов Чувашии на новом молочном заводе. Большие возможности, дополнительные рабочие места, новый вид и повышенное качество молока приятно порадовали служителей народа. Они первыми смогли оценить и его вкусовые свойства. Не отставала от них и наша съемочная группа. Экскурсия высокопоставленных гостей по новому Ядринскому молочному заводу началась, пожалуй, с самого главного – с дегустации. Молоко очень вкусное. Из-за того, что называется это наша корова, Ядринский молочный завод на территории Чувашской республики, мне кажется, например, все будут стремиться и будут ждать продукцию на наших прилавках. Натуральный молочный продукт в новой оболочке и под новым брендом появится на прилавках республики благодаря новейшим технологиям, которые позволяют повысить качество продукции, утверждают специалисты. Система выпуска данной продукции предусматривает практически отсутствие соприкосновения человека с продуктом, отсутствие соприкосновения продуктом с окружающей средой, так как молоко является благоприятной питательной средой для развития микроорганизмов. Ядринский молочный завод выпускает 43 наименования продукции. Ассортимент постоянно расширяется. Например, сливочное масло «Доволя» совсем недавно появилось на прилавках Чувашии. А молоко в бутылках – абсолютно новый продукт открывающегося завода. Такой вид упаковки приятнее в использовании и позволяет продлить срок его годности. Еще один важный плюс ядринского молока – в нем нет сухих добавок. Наш завод, он предназначен, значит, для производства молока на 200 тонн в сутки, но у него возможности еще больше. Мы надеемся, что в ближайшее время, как мы запустим завод, завод будет расширяться и производственные мощности, естественно, увеличится. Появление нового завода – большой плюс для Чувашии, отметили депутаты. Кроме создания дополнительных рабочих мест, это еще и новый рынок сбыта молока. Это значит новые производства, новые потребности молока и новый рынок сбыта молока для тех, которые выращивают личным подсобным хозяйством молока. Новый Ядринский молочный завод заработает в полную силу с 15 июня, после его официального открытия. И уже с середины июня на прилавках магазинов республики появится наша корова.